Меня зовут Абдурашид, закончил магистратуру в Алмаю по специальности финансы. Я также учился по специальности финансы в Алмаю. Мне захотелось вернуться в свой родной дом, в Альма-Матер, увидеть всех тех преподавателей, которые вырастили меня как финансиста. Также я смог получить грант по этой специальности и развить себя дальше как личность и как хороший специалист. Мы каждый раз развиваемся, и от каждого человека можем узнать что-то новое. Особенно от таких отличных преподавателей, которые всегда отзывчивы и готовы прийти на помощь в любой момент. Наш университет славится своим педагогическим составом. Мы всегда ставим пример своих студентов для того, чтобы они приходили в нашу компанию. Поэтому все знания, которые мы здесь получаем, мы используем в работе и ярко показываем, что мы действительно заслуживаем тех позиций, на которых мы сейчас работаем.